Всем привет, ребята, с вами Ронни Мяу, и сегодня мы с вами посмотрим и поговорим про новое обновление в Adopt Me, которое называется Lunar New Year. Да, это видео именно на эту тему, и странно, почему это обновление еще не вышло? Оно должно было выйти еще довольно-таки давно. То есть, сегодня мы с вами посмотрим идеи, которые нам... Дали американцам, да, это идея одного из американцев, он сделал вот такие вот концепты, это невозможно, что это обновление выйдет, возможно, что это всего концепты и предположения на какой-то, на это обновление, да, и давайте теперь подтянем чуть-чуть резину, чтобы было интересней. Ну, а для начала давайте посмотрим с вами... Вот такая вот локация, довольно неплохая, очень красивая, и она мне очень сильно нравится. То есть, какая-то китайская вроде, да, тут сакура и так далее. Так, смотрим дальше, что у нас есть. Frost Fury, которая была в 2020 году, по-моему. И вот, вот такая вот она красивая, она вот, вот тут, а вот и вот здесь, вот с двух сторон получается. Красивая, очень нравится. Больше ничего не скажу. Дальше у нас здесь вот какой-то вот такой вот дракончик красивенький. Мне нравится, почему бы и нет, прикольно, выглядит. Так все сделано. И очень классная идея. Мне очень нравится вот эта локация. И давайте теперь, наверное, перейдем к самим питомцам. Питомцем, да. И первый питомец, это у нас вот такой вот дракоша. Ой, что такое? Короче, вот такой вот первый питомец у нас дракоша. Красивый очень. Да, мне очень нравится вот этот дракоша. Крутой. Красный, он похож на Frost Fury. У него сколько? 4 лапы? Да, 4 лапы, вон сзади вот такие две. Но он как-то некрасиво, что ли... Раскрашен, да, он некрасиво раскрашен. Да, ну такой себе питомчик, не знаю. Не, он похож вот на Frost Fury. Сравните, да что ж такое. Сравните вот такую Frost Fury обычную, серую. Ну, она голубая. И вот такую вот. Мне кажется, они очень сильно похожи. У него тут усы. И на спине такие вот какая-то шерсть. Да. Я бы, наверное, сделал каких-то других цветов, но не знаю какого. Так, дальше у нас вот такая вот коробочка. Прикольная очень, да реально. Мне очень нравится. Детализовано вот так все. Но мне чисто очень нравится, да. Так, смотрим, что у нас тут есть. 65% рар, 30% ультра рар и 5% легендарный. Да, ребята, очень мало, но почему-то здесь нету... Камон и анкамон. Возможно, здесь будет только рар, рар. Да, вот так вот. Так, идем дальше. У нас есть вот такие вот тигрята. Есть вот такой вот оранжевый тигренок. Есть вот такой вот желтый тигренок. И красный тигренок. Да. То есть, мне кажется, что рар будет оранжевый. Потом ультра-рар будет красный, а легендарный будет желтый. Мне больше всего здесь нравится желтый. Посмотрите, как он крутой. Да, очень классный, правда. Не вру. Да, мне он очень сильно нравится. И, не знаю, давайте придумаем название к вот этому вот. То есть есть вот такой вот оранжевый тигренок. Ну, прикольный, да. Желтый, тоже классный. И такой вот красный, да. Я его бы назвал, наверное, как-то Golden Tiger. Golden Tiger, да. Потом вот этого вот оранжевого я бы как-то назвал... Не знаю даже. Напишите, пожалуйста, в комментариях, будет интересно почитать. И вот этого вот красного я бы, не знаю, тоже как-то назвал. Может, Red Tiger или, может, как-то огненный... Ну, не знаю даже. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Ну и желаю всем хорошего настроения.